Друзья, мы занимаемся реализацией комплектующих для лестниц из дерева и хотели вам продемонстрировать новинку. Это декоративная восковая лазурь. У нас есть цвета такие, как дуб, темный орех, тик и палисандр. Хотели вам продемонстрировать способ нанесения. Способ нанесения очень простой, можно нанести это даже в домашних условиях. Но хотим показать вам на наших образцах это из ясеня, бука и сосны. Но предварительно надо подготовить поверхность. Я взял кубик с абразивом 180. Начнем. Просто берете любой абразив 180, либо 240. И просто надо подготовить поверхность, чтобы не было шероховатости перед нанесением лазури. Финишное покрытие лазури не отслаивается. Также можно наносить для улиц. Она атмосферостойкая. Подчеркивает пору и структуру дерева. Также защищает от насекомых вредителей, от проникновения влаги и образования плесени. Вот мы подготовили поверхность, все у нас образцы, допустим, гладкие. Все, сейчас будем наносить лазурь. Лазурь наносится очень легко, можно даже использовать в домашних условиях. Допустим, если один слой наносите, излишек вытираете, высыхает 6-8 часов. Если вы будете использовать на улице, то надо еще пройти вторым слоем, тоже 6-8 часов, и покрыть прозрачным слоем. Давайте приступим, покажу, как наносить. Наносится лазурь очень легко, можно в домашних условиях. Просто берете спонж, немного лазури, наносите равномерно, излишек убираете. Даете высохнуть 6-8 часов. Потом перед нанесением вторым слоем надо пройтись еще раз абразивом 240, убрать небольшие шероховатости. Нанесете второй слой, тоже высохнет 6-8 часов. И можно будет нанести защитное паркетное масло с твердым воском. У меня сейчас уйдет 8 часов, у вас пролетит секунда. Друзья, прошло 6 часов, лазурь высохла. Теперь подготовим поверхность для нанесения второго слоя лазури. Берем все так же абразив 180, либо 240. Подготавливаем поверхность, убираем ворс. Провели рукой, потрогали то, что все гладкое. И наносим второй слой. Наносится так же, как и в первый раз. Легко и просто. Тоже растираем второй слой. Излишек мы вытираем. Высохнет 6 часов и наносим финальное покрытие. Это паркетное масло с твердым воском, прозрачное. Прошло около 6 часов. Теперь у нас финишный этап. Мы покрываем наши образцы паркетным маслом с твердым воском. Оно просто прозрачное для защиты от влаги дополнительно. Также наносится несколько слоев от 1 до 3. Наносится тонким слоем, излишек убирается также и ждем тоже 6-8 часов. Такой эффект мы добились благодаря восковой лазури. У нас есть в ассортименте цвет дуб, темный дуб. Темный орех, тик и палисандр.
Александр. Также можете посмотреть нашу продукцию в Каспи магазине под брендом QSAP. У нас есть Каспи рассрочка на 12 месяцев и кредит на 24 месяца. А в следующих видео мы покажем и расскажем новинки, что у нас есть на складе, в ассортименте, в наличии. Всем спасибо!